Кто такой Сайбаба? Сайбаба – это существует только одна семья, человечество, природа и весь космос. Существует только один путь – путь сердца и очищения души. Существуют только имена и формы Бога, и все они – Саи. Существует только одна единственная сила в мире, и это сила Бога, проявляющаяся в поступках сострадания. На санскрите истина обозначается двумя словами – ритом и сатьям. Ритом – это истина во внутреннем мире, который вы можете созерцать в медитации. Мудрецы древности знали, что внутренняя истина проявляется во внешнем мире и назвали ее сатья. Поэтому аватар Сайбаба имеет имя сатья. Поэтому он и был в теле. Но постигая сатью, мы должны постигнуть ритм, то есть истину внутри вас, и тогда Бог будет всегда с нами. Учение Сайбабы не замудренное, а очень простое и понятное. Оно дано для того, чтобы каждый смог понять, для чего он воплотился на этой земле. И впервые учение Бога дошло до нас, не исказившись, таким, каким оно является, это учение Сатья Саи. Сайбаба соединил интерес и Бога. У Бога все просто, поэтому к нему и тянутся пчелы. Сайбаба – это мгновенная материализация самых добрых идей Бога. Только Сайбаба дает ответы на все возникающие вопросы в тот момент, когда они возникают, и дает возможность человеку самому найти ответ, если это принесет ему большую пользу. Это высшее мастерство, когда сам Бог притворяется человеком, и только высший мастер способен на это. Сайбаба доказал, что существует только одна религия – религия любви, и что различные духовные пути не противостоят друг другу, а взаимно сотрудничают и один другого дополняет. Люди так сильно верят в материализм и материальный мир, что им не остается практически ничего для веры в Бога. И чтобы разоблачить этот материализм, пришел аватар, владеющий материализацией любых предметов. Посмотрите, как легко появляются эти предметы. Разве стоит о них так много думать? Сайбаба не хочет поразить нас чудесами. Он хочет доказать нам, что мы тоже боги. Мы люди, боги. Сайбаба – это не временное явление проявленной божественности, а постоянная и вечная истина вне тел, представлений, пространства и времени. Сайбаба творит чудеса из-за того, что чудеса хоть как-то компенсируют страдания в сансаре. Например, дети в детстве практически не чувствуют страданий, так как верят в чудо и сказки. И неужели, повзрослев, вы не сможете в это поверить? Не закрывайте себе дорогу в мир чудес Бога. Сайбаба – это мгновенное осознание «Я – Атма», «Я – Бог». «Я – Бог», а мое тело – отражение вастан, впечатлений или переживаний, прошлых и с этой жизни. Сайбаба – Бог, только его тело особенное, его тело тоже Бог, он полностью Бог. У амства аватаров, простых людей, Бог – это только дух. Сайбаба – это Бог внутри тебя. Пусть та позитивная энергия, которую вы накопили, слушая учение, поможет вам быстро достичь просветления ради блага всех существ.